В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по-выборгски». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Голубое топливо без контроля. Половина населения Выборгского района не заключила договоры на обслуживание газового оборудования. Каникулы с пользой. В январе всех желающих ждут бесплатные экскурсии по парку Монрепо. Чудо Рождества доступно каждому. В Выборгском замке презентует выставку «Академия Штиглица». Ожерелье Выборга представили жителям и гостям города. Торжественное открытие обновленной территории Смоляного мыса прошло при участии почетных гостей. Концепция благоустройства была разработана районной администрацией совместно с авторским коллективом Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Проект стал лауреатом всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений, получил грант на реализацию и был воплощен в жизнь. Сегодня береговая линия Выборгского залива – это многофункциональная территория для отдыха. Сегодня мы видим реализацию первого этапа этого проекта. В дальнейшем мы будем реализовывать, значит, будем ремонтировать причал маломерных судов. Сегодня мы видим, что все получилось. Я бы сегодня просто хотел сказать слова благодарности всем горожанам, которые участвовали в общественном обсуждении, ну и нашим подрядчикам, которые, несмотря на сложность проекта, потому что, естественно, здесь были и старые сети, и многое другое, когда вошли в землю. Но сегодня он реализован. Я поздравляю всех горожан. Надеюсь, летом все всем понравится, все будет оценено по достоинству. Масштабное преображение береговой линии Выборгского залива происходит в рамках национальной программы формирования комфортной городской среды. Набережную благоустроили от Петровской площади до конца Смоляного мыса. Подробнее о том, из чего состоит ожерелье Выборга и чем оно привлекательно для горожан и туристов, мы расскажем в последующих выпусках нашей программы. Ленинградская область готовится к празднованию 75-летия Победы. 2020 в регионе объявлен Годом победителей, в Российской Федерации – Годом памяти и славы. Дополнительно к единовременным федеральным выплатам ко Дню Победы ветеранам, проживающим в регионе, в апреле сделают выплату из средств областного бюджета. Законопроект проходит согласование в правительстве. Планируется также, что ветераны и их сопровождающие смогут в праздничные дни бесплатно пользоваться общественным транспортом. На сегодняшний день в Выборгском районе проживают 1412 ветеранов. Из них непосредственных участников войны 75 человек, 678 тружеников тыла, имеющих статус жителя блокадного Ленинграда 361 человек. Общественно-координационный совет по ЖКХ Выборгского района подвел итоги работы. В уходящем году участники организации провели 8 заседаний. Обсуждались вопросы отключения электроэнергии и водоснабжения в жилом фонде и социальных учреждениях, готовности многоквартирных домов к отопительному сезону, введение новой системы обращения с отходами и ряд других. Неоднократно в ходе встреч поднималась проблема незаключения жителями договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Тему продолжат наши корреспонденты. Почти 50% собственников жилья в Выборгском районе не заключили договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Это значит, что почти у половины населения уже больше года специалисты не проверяли исправность газовых плит и водонагревательных колонок. В очередной раз вопрос безопасного использования газа для бытовых нужд обсудили на заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ. За помощью к руководителям обслуживающих организаций обратились газовщики. В Выборгском районе у нас заключено договоров на ВКГО 52,8% всего. То есть остальные квартиросъемщики, соответственно, свою обязанность не выполняют. И, соответственно, как бы нет гарантии того, что они безопасно эксплуатируют данное оборудование как бы в своих квартирах. То есть хотелось бы просто поддержки управляющей компании и администрации включиться в данную работу по заключению договоров на обслуживание газового оборудования. Раньше система работала гораздо проще. Плата за обслуживание внутриквартирного газового оборудования была включена в общую квитанцию и равномерно распределялась на 12 месяцев.
Теперь собственнику или нанимателю необходимо лично прийти в филиал «Газпром газораспределения» и заключить договор. В Выборге это можно сделать по двум адресам – Мира 18 и Выборгская 17. Оплатить услугу необходимо единовременно по факту. К примеру, годовое техобслуживание четырехгорелочной плиты обойдется в 757 рублей, плюс 255 рублей за духовой шкаф. Водонагревателя – в 1004 рубля. В ходе заседания от представителей администрации и руководителей управляющих организаций поступил ряд предложений. Одним из вариантов, которые предложили коллеги, было предложено совместный обход представителей газовой службы и работников управляющих компаний и ТСЖ конкретно по тем домам, где наименьший процент заключенных договоров, с целью проведения разъяснительной работы для населения, для собственников и нанимателей о необходимости заключения данного вида договоров. Коммунальщики предложили также разбить годовой платеж на 12 месяцев, чтобы снизить финансовую нагрузку на население. В компании «Газпром газораспределение» пообещали рассмотреть варианты. Представители некоторых управляющих организаций призвали к применению самых жестких мер к тем, кто не хочет заключать договор на обслуживание, отключать от газоснабжения. В Ленинградской области взывают к здравому смыслу водителей. На региональных трассах, в том числе в Выборгском районе, появилась социальная реклама. С информационных щитов автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения. Напоминают о необходимости пристегнуть ремень безопасности и снижать скорость перед пешеходными переходами. В этом году на областных дорогах стало значительно светлее. В частности, в Выборгском районе, в Соколинском, Карасевке и Полянах на средства регионального бюджета установили системы уличного освещения и оборудовали тротуары. На два последующих года Выборгскому району из областной казны в рамках программы по снижению аварийности на дорогах выделено более 50 миллионов рублей. Выборгская полиция разыскивает человека, ограбившего пенсионерку. Все произошло 14 декабря около полудня на улице Крепостной рядом с главпочтамтом. Злоумышленник вырвал у 83-летней женщины пакет. По словам потерпевшей, в нем были личные вещи и деньги – 1500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Сотрудники полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают личность, изучаются видеокамеры «Безопасный город» по месту следования гражданки. Очевидцев происшествия или обладающих какой-либо информацией по данному делу просят обратиться в дежурную часть. Номер телефона на вашем экране. Шансы пострадать от пиротехники в праздничные дни возрастают многократно. Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, сотрудники МЧС проводят профилактические проверки специализированных магазинов. Проверяют как документы, так и качество товаров. Однако, если не соблюдать правила безопасности, даже качественное пиротехническое изделие может существенно испортить праздник. Запрещается использование в помещениях, да, под какими-то навесами, под кронами деревьев. Вот. Нельзя подходить ближе 15 метров к пиротехническому изделию, если там уже зажжен фитиль. Также сотрудники ведомства отмечают, что нельзя применять пиротехнику с истекшим сроком годности, следами порчи, а также не имеющие инструкции по эксплуатации. Ленинградская область готовится начать реализацию проекта «Экспорт услуг». Одно из его направлений – развитие туризма. В планах в течение 2 лет разработать трансграничные маршруты. Это совместный с финскими партнерами туристический коридор Санкт-Петербург-Сайма, одобренный Европейским Союзом. Он подразумевает не только привлечение туристов из Петербурга и области в Финляндию и наоборот, но и возможность продвигать эти регионы на рынках других стран. А также совместный с эстонскими коллегами проект «Виа Ганзиатика Плюс», объединяющий культурные и природные достопримечательности ганзейских городов нескольких стран. В обоих активно будет участвовать Выборгский район. Также в планах модернизация пунктов пропуска на границе, развитие круизного сообщения, внедрение системы туристской навигации на английском языке в музеях Ленинградской области, в том числе в Выборгском замке.
Во время новогодних каникул жители и гости Выборга смогут совершить бесплатные экскурсии по парку Монрепо. Они получат возможность заглянуть в потаенные уголки музея-заповедника, оценить ход реставрации и узнать, что нового готовит посетителям руководство парка. Тему продолжит Анастасия Покатилова. В парке Монрепо появились необычные звери. Теперь посетители заповедника могут встретить в лесу сову или даже дракона. Они выполнены из природных материалов. Все эти деревянные скульптуры – дело рук лесничего. Владимир Чентурия резьбе по дереву не учился, но с юного возраста ловко обращается с инструментом. Мастер признается, что в старых деревьях он видит образы и старается показать их окружающим. В парке около тропы лежали старые пни. Мне предложили, может, что-то сделаешь. Дали бензопилу, с ней обращаться я умею. Сделал грибок, а парк Монрепо, само вдохновение – ну, как-то и пошло вот так потихонечку. Получился грибок, потом сова. Здесь вот вываленное дерево, корень. Ну, что-то изобразилось вроде головы дракона. Сказочные персонажи обитают вдоль новой экологической тропы, которая проходит по лесопарковой части от края света до дальних скал. Стоит отметить, что этот маршрут был назван лучшим в регионе. Мы же сохраняем и популяризируем наши всю деятельность, так как музей-заповедник, он и исторический, и экологический. Значит, в нас в планах в следующем году еще удвоить этот наш маршрут и сделать третьим этапом дойти до пороховых погребов. В этом году наш экологический маршрут занял первое место в Ленинградской области по экологическим маршрутам. Посещение лесных угодий и заповедника временно запрещено. Однако работа над маршрутами продолжается. Идет обустройство тропы к пороховым погребам. Она будет открыта весной следующего года. А пока гостей парка ждут другие приятные сюрпризы. Например, елка исполнения желаний и бесплатные экскурсии для всей семьи. Подробности на официальном сайте музея-заповедника и в группе в социальных сетях. В Выборге продолжается подготовка к зимним праздникам. На городских улицах уже появилась новогодняя иллюминация. Светодиодные конструкции засверкали на улице Крепостной, набережной 40-летия ВЛКСМ, проспекте Ленина и других улицах. Главную ель установили на Красной площади. Праздничное настроение создают и новогодние фигуры. Украсили елку на Соборной площади. Впервые в этом году установили традиционное праздничное дерево на благоустроенной территории Смоляного мыса. Ель уже украшена игрушками и гирляндами. К новогодним праздникам готовятся и представители малого и среднего бизнеса. Предприниматели украсили витрины своих магазинов и кафе. Многие подошли к этому творчески. Неравнодушные люди своими руками сотворили новогоднее волшебство. Правда, начало у этой сказки получилось совсем не сказочным. В благотворительный фонд «Дикони» обратилась женщина с намерением помочь в подготовке новогоднего праздника. Его здесь ежегодно проводят для ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации или по материальным причинам остались без праздничной елки. Благодетельница выразила желание оплатить подарки для всех подопечных фонда, а это более 90 ребят. Но затем начались странности. Долго уговаривал, ссылался на наших общих знакомых, говорила, что она готова, хочет и все остальное прочее. И она заказала уже на базе 90 подарков, и вот-вот будет доставка. Сначала она сказала, что доставка будет во вторник, потом сказала, что доставка будет в четверг, потом до воскресенья вообще пропала, не отвечала ни на одно сообщение. И в понедельник я уже поняла, что нету никакой базы, нету никаких подарков, нету никакого там Димы, на которого она ссылается и все остальное прочее, что это все фикция, это все ложь, хорошими делами прославиться нельзя. Зачем она это делает, ну, мне непонятно. В итоге праздник оказался под угрозой. Оставить детей без новогодних подарков руководители Дикони не могли и через социальные сети призвали на помощь жителей Выборга. Слава богу, люди очень откликнулись и в денежном плане. Вот мы сейчас поедем с воспитателем покупать елку, украшения. И в плане сладости, вот у меня там в кабинете уже скапливаются сладости, поэтому я думаю, что в этом году будет шикарный праздник.
работников, причем гораздо больше, чем мы даже могли мечтать об этом. Поэтому супер. Я могу гарантировать о том, что абсолютно все деньги, абсолютно все сладости пойдут только на детей, только на их вот этот вот праздник. И если что-то остается, то мы обычно эти деньги переводим на расчетный счет для того, чтобы использовать в уставных нуждах. Поэтому всем огромное спасибо, это какое-то волшебство. Большой праздник для ребят состоится в стенах средневековой крепости. Сотрудники Выборгского замка предоставили для этого и помещение с елкой, и оборудование. Так что и в наше время можно смело верить в чудеса. «Чудо Рождества» – выставка под таким названием работает в эти дни в Выборгском замке. Подготовили ее преподаватели Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. О том, как выглядит рождественское чудо на полотнах художников, в следующем материале. Академия имени Штиглица приглашает выборгцев взглянуть на чудо Рождества. Это уже третья экспозиция, подготовленная специально для Выборгского замка. Здесь представлены работы преподавателей кафедры живописи, скульптуры, художественного текстиля, керамики и стекла. У нас 17 выпускающих кафедр. Конечно, замечательно выглядят здесь работы кафедры керамики и стекла, текстиля, кафедра моделирования одежды. Но у нас обучение вообще полихромное, так что многие прикладники, они занимаются и живописью. Как понятно из названия выставки, в ее основу легли традиционные рождественские мотивы. А какое же Рождество без волхвов, спешащих к святому младенцу со своими дарами? В противоположность им костюмы сказочных фей, которые выглядят уже совсем современно, однако не менее торжественно. Необычные произведения из стекла и керамики удивили посетителей замысловатыми формами и необычными цветовыми решениями. Меня поразила шамот и роспись шамота и глянец. Работа с эмалью, горячей эмалью и текстиль. То есть школа, творческая школа, настолько разнообразна, и здесь в небольших помещениях очень четко представлено, чем занимается эта творческая альма-матер на сегодняшний день и каких готовит нам интересных молодых творческих специалистов. Мне понравилось все. Текстиль, стекло, керамика, живопись – все объединено темой «Чудо Рождества». Хочется надолго задержаться перед каждым экспонатом, ведь большинство из них выглядит довольно необычно. И кроме того, работы несут в себе глубокий смысл. Печи, да, вот стекло, дутое стекло, выдувание, соответственно, идет в трубку традиционным способом. Вот, либо стекло отливается в формах, специально подготовлено. У нас целый этаж – это керамические и стекольные мастерские, где работают действительно профессиональные художники высшего класса. Вот, иногда работы оказываются такими экспериментальными, вот как с этой цепью стеклянной, где вы понимаете, что эти звезды, звенья, они отлиты вместе, нельзя соединить. Еще одна идея, воплощенная авторами экспозиции, дополнить ее работами скульпторов. В контекст выставки органично вписался женский торс в исполнении народного художника России Анатолия Демы. Работы мастеров Академии создают особый уют и рождественскую атмосферу. Прикладное искусство – это такой жанр, который плавно перетекает из области искусства-искусства, да, до нашей повседневности. Оно украшает наш быт. Так сложилось, что человечество всегда украшало свою жизнь прекрасными предметами. Я очень рад, что здесь экспонаты очень высокого уровня, сделанные действительно по высшей марке. И эти люди учат наших студентов, передавая свои секреты мастерства. Выставка «Чудо Рождества» продлится до 19 января следующего года. По словам сотрудников музея, в праздничные дни ее смогут увидеть более 10 тысяч посетителей. Выборгский школьник взлетел по лестнице наук. Десятиклассник школы номер 37 стал лауреатом международного конкурса научно-практических и исследовательских работ в Москве. В итоговой конференции приняли участие представители России и Казахстана. Победителем был объявлен выборжец Николай Петрушин. Он получил золотой знак отличия за проект под названием «Выборг и Кутузов». Победу с Николаем разделила его научный руководитель, учитель истории Марина Захарова.
19 декабря в Выборге будет ограничено автомобильное движение по центральным улицам. Во время приезда в наш город Деда Мороза из Великого Устюга с 7 утра и до 6 вечера перекроют улицу Ушакова от Северной до проспекта Ленина, а также проезд между домами 4 и 6 на Ушакова. Будет закрыт для автомобилей проспект Ленина от Димитрова до проспекта Суворова, а также въезд на проспект Ленина с Московского проспекта. Проспект Суворова перекроет от улицы Кеппа до улицы Северной. Движение по улице Советской будет ограничено от Крепостной до Ленинградского проспекта. Региональный этап чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» прошел в Выборге. Библиотека Алвара Аалта поддержала проект в четвертый раз. В этом году в нем приняли участие 6 человек. Это представители самых разных профессий – от театральных деятелей до экономистов. Подробности у наших корреспондентов. Ни минуты на подготовку и незнакомая аудитория. Выборжцы приняли участие в региональном этапе чемпионата по чтению вслух на русском языке. За право представить Ленинградскую область на окружном туре в Архангельске боролись 6 человек. Они читали отрывки из произведений российских и зарубежных прозаиков и поэтов, и даже фрагменты из научных статей. Организаторы подготовили тексты заранее, но вскрыли конверты только перед началом состязания. Тексты в этом году оказались действительно очень сложными. Особенно раунд, в котором нужно было прочитать научно-популярные тексты, оказался самым сложным, потому что там встречались слова, которые люди слышали в первый раз в жизни. Стихи оказались немножко попроще, ну а художественные тексты, этот раунд оказывается самым легким обычно. В составе жюри краевед, победитель первого в Выборге чемпионата, который проходил 4 года назад, Алла Матвиенко. Писатель и неоднократный участник конкурсов чтецов Михаил Дубайлов и преподаватель русского языка и литературы Людмила Лукина. По традиции каждому выставляли 2 оценки за технику чтения и артистизм. Очень интересно, что люди приходят, ну вот они просто, они не готовились, они просто пришли, потому что они любят книгу. Любит читать, любит вот устное слово, любит сказать красиво. Вот. И это замечательно, что вот этот конкурс поддерживает все эти вот замечательные традиции. Я сказала, что если я доживу до следующего года и до следующего конкурса, то я приду и буду выступать как участник. В итоге в финале по решению жюри оказались 3 участников. Победу присудили экономисту, сотруднику налоговой службы Наталье Старостиной. О конкурсе она слышала и даже подумывала принять когда-нибудь участие. Но в этот день оказалась в библиотеке случайно, пришла сдавать книги. Для каждого участника само событие было и необычным, и в то же время очень интересным. Тексты были сложные, я бы сказала, но эмоционально было приятно. Вот очень комфортная обстановка была. Я подозревала, что этот конкурс предполагает участие профессиональных чтецов, но никак не думала, что мы здесь встретимся обычные выборжане, скажем так, которые не читают, не артисты. Теперь Наталья Старостина представит 47-й регион на уровне Северо-Запада. Весной этот этап пройдет в Архангельске. Всероссийский финал летом следующего года примет Москва. К новостям спорта. Областной турнир по волейболу собрал в Выборге участников из Выборгского, Киришского и Тоснинского района. За кубок боролись 7 смешанных команд. В этом году по условию организаторов в их состав обязательно входили мужчины и женщины. По итогам групповых этапов в полуфинал вышли Тосна, Кириши-1, Выборгские команды «Фаворит» и «Балтика». В итоге 3 место у «Балтики». Серебряный призер – Тосна. Победителями соревнований стали «Фаворитовцы». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборгски» вы сможете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах «Выборг ТВ» в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!